Добр дан, друзья! Я решил сделать одно маленькое и очень полезное объяснение касательно моего прошлого видео. Когда вы создаете наклонный поворот, заранее делите нужную вам высоту на количество сегментов дороги, к примеру, на 8. Таким образом, вы получите нужное значение, на которое нужно поднимать каждую ступень. Да и советую изначально сделать все ступени ровно такой высотой, на какую нужно поднимать каждую из них. То есть, если нужно поднимать каждую ступень на 8 юнитов, то и все ступени должны быть 8 юнитов. Ну а на этом все. Пока-пока.